Четвертый, у тебя нету канала на Ютубе случайно? Случайно? Не знаю. Может, есть. А что? Да голос что-то знакомый. Нет, это не я. Не ты? Оума, японский бог. Да ну не может быть. Да ладно, ты настоящий? Нет, искусственный. А это знаешь Инка? Да, натыкался пару раз на его видео. А, ну здорово. Это ты? Оу. Можем прыгнуть в любое другое место, какое скажешь. А куда хочешь, Инка? А, я понял. Ну, я тебя смотрю. Прям сейчас? Нет. Фу, слава богу, ты в трусах. How are you? I'm good, thank you. And what about you? I'm fine, thanks. Are you gay? Я только мог мечтать поиграть с Инком. Как дела, Инк? Хорошо, как у тебя? Ну, я же тебе ответил же. Плохо, я понимаю, да. Придется меня терпеть. А что тебя терпеть? Потому что я противный. Есть такое. Никого, кстати, в городе нет. Есть я, так что бойтесь. У меня иногда бывают срывы нервные, поэтому я могу не контролировать свои действия. У тебя Туретта? Да, Доминик Туретта. Подожди, я маме звоню. Привет, ей передавай. Он хочет ей рассказать, что он играет с Инком. Самое интересное то, что буквально неделю назад я думал о том, что вот было бы здорово сыграть с Инком. Я думал об этом тоже. Чтобы сыграть? Да, как же классно со мной играть. Это неправда. Вот за это я и люблю твой канал, да? Привет. Да, это я. Ты вообще кто? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Погоди, тот самый Инк? Инк. Чел, ты Инк? Нет. Да ну нафиг. Да я слышу твой голос. Ты не слышишь мой голос. Это не я. Капец, чел, я с тобой попался, офигеть. Давай мы будем держать себя в руках и сосредоточимся на этой замечательной игре. И возьмем топчик. Как тебе такая идея? Все хорошо, хорошо, давай. Ты в прошлой игре топ взял? Да. Фига хорош. Я ж профессионал. У тебя девушка есть? А ты с какой целью интересуешься? Это просто интересно. Парни меня не интересуют, если ты об этом. Да, именно об этом. Но голос у тебя красивый, согласен. Да, я секс. Не понял, что, заигрываешь со мной? Ну, вообще-то да. Слушай, какой у тебя микрофон? У тебя такой звук прям офигенный. Прям голос клёвый. Может, просто у меня клёвый голос. Решаю я, а не микрофон. Ну, ты вот понимаешь, ты просто сломал игру сейчас. Ты решаешь, а не микрофон. Клёво. Красавчик. А ты с друзьями катаешь папку? У меня нет друзей. Как так? Никто не хочет со мной дружить. Ты как маленький ребенок прям говоришь. Давай дружить. Не хочу. Ты мне не нравишься. Я сейчас буду плакать. Инк, это ты? Нет. А кто тогда? Я Хсинг. А Инка тоже зовут Хсинг? Нет, Инка зовут Инк, наверное. Я не знаю, о ком вообще. Ты врешь. Да, то есть нет. Скажи что-нибудь по-английски. Я не знаю английский. Значит, я спиздил никнейм. Да. А голос похожий. На кого? На Инк. Окей, есть Инк. Ну, в здании. Ты реальный Инк? Нет, я виртуальный. На самом деле, я сам в шоке. Шок-контент. 18+, без регистрации смс. Эх, сейчас бы в видео попасть. Where are you from, dude? Me? I'm from Russia. Скибит. Ты from Russia, да? Yes. Понимаю. Инк, да, значит? Нет. Понимаю.
Прекращай давай, слышишь? Да ладно, мне контента нужно перейти. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мою душу украл. У тебя красивый голос. Угу. Пожалуйста, больше не пой никогда. Блин, мы сейчас сдохнем, ты пойдешь дальше с рандомом мне катать. Давай в это... Да. Победим. Не хочу с тобой разговаривать. Понимаю. Че ты дергаешься? Соберись. Ну, я очень много энергетиков иду. Не могу не дергаться. Посмотри на мою скорость. Просто Соник. Это не Соник, я Флэш. Смотри, сейчас как дорогу пересеку, даже никто не заметит. Вот так надо уметь. Понимаю, понимаю. Мужчина, подождите. А что с зоной? Есть какая-то информация вообще, что происходит? В Кэмп Чарли будет зона. Не, ну я понял, но вообще что с ней? С ней она круглая, она синяя, и до следующей зоны, когда она будет сужаться, осталось 58 секунд. Не знаю, какая еще информация необходима. Чисто кайт по папку. Брат, ты меня теряешь. Слышишь, а ну пойдем по-грубимому. Что такое? Отвалите. Блять, я не понимаю, что я сделал. Я второй раз теку, типа, я могу попрощаться с тобой. Главное, что я жив. Ну, ну так. Нефиг было добивать моего, гады. А ты чего не выходишь? Микрофон есть? Ты будешь наблюдать за мной всю игру, серьезно? Тогда нам нужно придумать систему общения, погоди. Давай ясная поляна будет да, от слова yes, ясная. Ну, а школа будет нет. И первый вопрос, тебе скучно? Скучно. У тебя есть микрофон? Нету, понятно. Смотрел «Последних Мстителей», финал? А я не смотрел. Так, такой вопрос, ты знаешь, кто я? Знаешь? Это все объясняет, почему ты здесь. Это ты? Нет. Инк. Нет. Скажи что-нибудь. Нет. Скажи. Нет. Nope. Это ты. Это он. Это ты. Он. Это реально ты. Это он. Капец. Я сусь с кипятком. Я буду мага. Инк. Что? Можно будет с тобой еще одну, пожалуйста? Нет. Почему? Не хочу. Я на тебя подписан. А, ну тогда ладно. С Инком в катку попался. Как так? Капец, меня трясет. Меня тоже. Я так волнуюсь. Я тоже. Но ты не снимаешь, нет? Я? Нет, конечно. Тебе четверка нужна? No. No. Гранаты нужны? No, no, no. Дигл нужен? No. No. А что тебе нужно? Чтобы ты оставил меня в покое. Спасибо. Спасибо. Хватит меня преследовать. Как? Я не могу остановиться, ты что, ты же Инк. Ты бог. Спасибо. Блин, я запись начал на свой канал завью, капец. Тебе никто не поверит. У меня же все в классе просто обоссутся на месте. Нет! Я до тебя доберусь еще. И спасибо. Но если ты вдруг снимаешь, если вдруг, все подписчики Инка, короче, передаю вам всем привет. Брату привет передаю. Влад, здорово. И там мало ли. Но мне кажется, вот эти все приветы ты не забьешь, наверное. Даже если бы и снимал. Стой, 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 стой. Стой, иди сюда.
слава Инку. Удачи тебе во всем, Инка.